Для детей радость, а для родителей головная боль. Собрать ребенка в школу – задачка не из легких. Что выбрать из разнообразия принадлежностей, чтобы не только нравилось ребенку, но и было безопасно? При выборе канцелярии рекомендуют преподаватели в последнее время брать именно карандаши из дерева, натурального дерева, в трехгранном корпусе, чтобы детям, во-первых, удобно было держать, развивать письмо, приятно в руке держать, и не рекомендуется брать карандаши из пластика. При выборе канцелярии стоит обратить внимание и на производителя. Российским проверенным фирмам предпочтение. Экономить на мелочах не советуют, ведь дети часами не будут выпускать их из рук. Стоит помнить и несколько правил при выборе ранца. Он обязательно должен быть с твердой спинкой. Вес рюкзака без учебников для учеников начальных классов должен быть не более 700 грамм, а для учеников средних и старших классов не более 1 килограмма. Кроме того, должны быть широкие лямки, которые плотно прилегают к спине и равномерно распределяют нагрузку, не менее 4 сантиметров. Не меньшее внимание школьной форме. Одежда должна быть удобного кроя и не стеснять движения. Школьная форма хотя бы наполовину должна состоять из натуральных материалов. Лучше всего до весны и осени нам подходит лен и хлопок, а для зимы шерсть и кашемир. Важно помнить, что синтетические ткани не позволяют коже дышать. Ребенок будет потеть, поэтому будет замерзать. Когда с одеждой определились, самое время выбрать обувь. Требования для классической и спортивной во многом совпадают. Должен быть обязательно супинатор, то, что позволяет стопе ребенка чувствовать себя комфортно в течение дня. То есть должен быть жесткий задник, то есть он позволяет фиксировать стопу. Жесткий подносок также позволяет фиксировать стопу. То есть легкая подошва, в данной модели используется полиуретан. Это очень износостойкий, прочный материал. Брать модель на вырост нежелательно, а вот заглянуть внутрь стоит. Одно из основных требований – подкладка из натуральных материалов. Это мы можем проверить как раз-таки при помощи приложения мобильного «Честный знак». То есть навести телефон на маркировку товара, и у нас выйдет вся информация о данном обувном товаре. То есть натуральная кожа это или нет, страна производителя, дата производства, дистрибьютор и логистика товара. Если у вас остались вопросы по выбору школьных товаров, можно обратиться на горячую линию Центра гигиены и эпидемиологии. Она будет работать до 27 августа. Мария Кравцова, Алексей Ромашов. Новости дня.